симуляционном центре КФУ практикующие молодые врачи собрались, чтобы отработать сердечно-легочную реанимацию – модели больных, приближенных к действительности. Так, во время этой манипуляции можно увидеть, как манекен-имитатор дышит. Конечно, не у всех получается сразу спасти модель больного. Эти занятия очень важны, так как позволяют молодому доктору повысить практические навыки. У нас с молодыми коллегами появилась возможность не только теоретически, но и практически поддерживать свою квалификацию путем проведения тренингов по экстренной и неотложной медицинской помощи. Обучение проводит опытный врач высшей категории, заведующий отделением анестезиологии и реанимации. Делится своими знаниями и навыками, объясняет все до деталей. Сначала врачи повторили теорию, а только потом приступили к практике. Любой медработник обязан оказать экстренную и неотложную помощь до прибытия бригады реаниматологов. Симуляционный центр дает возможность отработать эти знания. Некоторые позиции самой реанимации невозможно отработать, невозможно понять на живом человеке. И именно вот на симулянтах они и отрабатываются. Сосредоточенность, старание – все это здесь присутствует. Модели правдоподобные, обстановка тоже. Кстати, помимо знаний, важно обрести и профессиональную смелость, которую врач сможет применить во время реанимации пациента, утверждают специалисты. Диана Интимирова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. We'll be right back.